дорогие наши учителя и одноклассницы, мамы и бабушки. Разрешите ответить за всех джентльменов нашей школы, поздравить вас с чудесным весенним праздником. Женским днем 8 марта. Знаете, с чего вообще нужно начинать представление? Ну из чего? Я предлагаю джентльменам спеть. Гениально, шеф. Если вы нахмурясь, выйдите из дома, вспомните, что нынче праздничный денек, что готов поздравить вас любой знакомый или даже незнакомый с песней паренек. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз и хорошее настроение. Скоро наши вместе ждем счастливый случай. Наших милых женщин любим мы не зря. Нежных, добрых, скромных, вовсе самых лучших. Больше наших слов, а мы взгляды говорят. И мужское восхищение коснется ваших глаз и хорошее настроение не покинет больше вас.